сегодня днепропетровские ученые закончат соперничество за гранты в размере от 30 до 50 тысяч гривен. Лучшие 20 из 66 представленных научных проектов принесут своим авторам не только денежное вознаграждение и славу, но и возможность реализации разработок. Молодые ученые Днепропетровщины – ежегодный конкурс, который проходит в два этапа. В этом году независимыми экспертами было отобрано 49 проектов. Чтобы войти в двадцатку лучших и получить награду, авторам предстоит публично защитить свои труды. Финал конкурса состоится в Департаменте науки облгосадминистрации.